Чего ты говоришь, я чувствую себя? Будто мне через месяц рожать, и мне сегодня сделали УЗИ и сказали, что вы знаете, ребеночек-то у вас. Черный с двумя головами. Я сегодня инвалид, я и завтра инвалид. Эй, а вы что радуетесь, вы папаши сейчас станете. В очередной раз. Ну а если даже инвалид, то что, ничего страшного. Понимаете? Мам, есть у него небольшие нюансы. Угу. Ты говоришь, что ничего страшного. Страшно в том, что на такого ребенка нужны соответствующий уход и соответствующее время, понимаешь? Мое время. Твое время. Мой уход. Твой уход. Но они мои братья и мои сестры. И я переживаю, как бы им хватало твоего времени. Сейчас, сейчас. Ага. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Оп, поймал. Что там? Левый, розовый. Ох, как хорошо вытерся. Ладно, не хочешь, да? Давай мне мои тапки. Туда пойду. Убегу из дома. Ты знаешь, как мы за тебя волновались? Сейчас я взял их. Как ты хорошо щипаешься, это не делай. Мам, ну сдай его обратно, пожалуйста. Как я его сдам? Он уже наш, все. Не можете? Могу, но зачем я буду сдавать, если он же хороший, нормальный ребенок. Да посмотри на него, он разве хороший, нормальный? Плохое говорит, никому не слушай, никому не верь. Мне верь. Я тебя люблю, я твоя мама, я знаю. Ты сами да, замечательный. Вести бы жалко, мама. Я не могу, я тебе уже объясняю, что я не могу выдерживать это поведение. Мне тоже нужно адаптироваться. Если тебе угодно перевести это, как заварила кашу, ну не знаю. Давай не будем лучше.